Добрый день, меня зовут Анастасия. Представляю вам женские ботинки итальянского бренда Casadei. Модель сделана из натуральной кожи козленка, одного из самых легких и эластичных видов кожи. Он делает обувь мягкой и комфортной. Голенище сделано из натуральной овечьей кожи дубльфас. Лицевая сторона материала с сохраненным натуральным мехом обращена к телу, а изнаночная сторона – наружу. Мех согревает ваши ноги, сохраняет их сухими, не колется и не вызывает аллергии. Он содержит животный жир ланолин – природный антисептик с противовоспалительным и антибактериальным действием. Вы можете отвернуть голенище, сделав ботинки более низкой моделью с меховой опушкой. Пятку на модели укрепляет деталь из натуральной мягкой замши. Посадку на ноги регулирует шнуровка. Она обхватывает щиколотку, улучшая прилегание к ноге. Прочная резиновая подошва не сотрется от длительного ношения и не боится влаги. Ребристый рисунок протектора улучшает сцепление с поверхностью, делая пару не скользкой. Носите эти ботинки в стиле casual с элементами уличного спорта, с узкими джинсами, свитером и объемной курткой. Они также хорошо будут смотреться с длинной паркой из нейлона. Модель представлена в черном цвете. Почувствуйте комфорт с вашими новыми ботинками Casadei.